Пассажиры рейса до Турции в аэропорт съезжаются за 3 часа до вылета. В очереди на регистрацию 230 человек. Самолет авиакомпании «Кар» летит без единого пустого места. Рейс чартерный. Конечно, это очень радует, что летим именно с Абакана. Это очень удобно, комфортно. Дома есть дома. Летали с Красноярска, неудобно, долго ехать. Тем более с детьми. Семья Душковых в Турцию летит в полном составе с сыновьями. Кстати, улететь из местного аэропорта решили не только жители Хакасии. Прямой рейс из Абакана предпочли также жители Красноярского края и Тувы. Рейс до Турции временный. Его открыли вместо авиасообщения с Бангкоком. Этот рейс будет выполняться до сентября месяца. Вот, во-первых, он востребован, так как там сезон сейчас непосредственно в Турции. И второй вопрос связан с политическими событиями в Таиланде. В Таиланде на днях объявили военное положение, введен комендантский час. Да и сезон отдыха там закончился. Возобновится авиасообщение с Бангкоком осенью. Кроме того, в планах аэропорта запустить рейс до Египта и тоже осенью. До Турции компания «Икар» будет летать каждые 14 дней. Билеты раскуплены до июля. Хакасская таможня советует перед вылетом познакомиться с правилами таможенного союза. За полгода на туристов, возвращающихся из Бангкока, возбудили 18 административных дел. Чаще всего из-за того, что люди пытались везти алкоголь не по правилам. Всем, кто возвращается из-за границы, нужно помнить, что ввозить на таможенную территорию таможенного союза алкогольной продукции можно не больше 5 литров. При этом 3 литра ввозятся без таможенного декларирования и без уплаты таможенных платежей. И если же турист ввозит свыше 3 литров, то, во-первых, ему нужно алкогольную продукцию задекларировать, а во-вторых, уплатить таможенную пошлину в размере 10 евро за литр в части превышения. Если декларации нет, то алкоголь заберут, заставят заплатить пошлину и штраф. Горячительные напитки же вернут только по решению суда. Анастасия Павлова, Евгений Сульбереков. Новости 7 телеканал.